Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И мы продолжаем вам рассказывать о нашей поездке в Сан-Блас. В этой серии мы уже поездку, собственно, завершили. И будем идти из Кунаяла, с последних островов, это Чичиме Кис или Кайо Чичиме. Собираемся и идем в марину. Поэтому будет немножечко морского перехода, там где волны и прочие радости жизни. А также мы зайдем в марину, сделаем швартовку для заправки топлива, и я вам покажу, как мы зайдем на то место, которое, собственно, нам дают. И на этом наша серия, посвященная Кунаяла, посвященная Сан-Бласу, этим райским островам, будет завершена. И дальше мы будем снимать что-то другое. Ну что, запасаемся пивом и попкорном и погнали! Доброе утро. Так, у нас тут 5 утра. Мы готовы выходить, поэтому сейчас запускаем двигатель, поднимаем якорь и вперед в Линтон Бэй. Так, у нас еще, так как еще темно, включены ходовые огни. Но мы их сейчас выключим, как раз светет, это где-то будет через часик. А пока... Вышли с якоринга, сейчас идем, вот здесь осталось нам около 1 мили, и через канал Иден поднимаемся наверх и выходим уже на большую воду. У нас уже видно рассвет, солнце встает. А вот вдалеке острова, наверное, правый не видно, это как раз и был этот канал Эден, через который мы прошли. И вот мы ложимся на курс. Вот так вот. Оп, и пошли туда. Скорость поднимается вот 7,1. Мы идем сейчас под полными парусами. Угол к ветру у нас Бимрич. Но повернем мы на Бродрич немножечко позже, через там 1,5 мили, и может скорость немного упадет. А вот и солнышко поднялось, вернее выползло из туч. Может даже погода будет нормальная. Трафик сейчас большой, замучили. Догоняй. Да, догоняй. Доброе утро. Доброе. У нас 9 утра. Пора выползать из норы. Мы, кстати, с самого утра, вот может быть вы видите вот там на горизонте парус, мы его с самого утра пытаемся обогнать, и вот этот момент настал. Сейчас он газ включит и поедет. Да, не говорите, что у меня рубашка наизнанку. Я просто так и ношу, желтеньким вперед, коричневым назад. Просто не могу понять, какого цвета куда одевать. Вот это прямо, это Исла Гранде. И возле нее мы поворачиваем налево, проходим мимо. И вот там вдалеке Линтон Бэй Марина. Нам осталось где-то около 5 миль. И до Исла Гранде около 1 мили. Сейчас у нас 12:52. Мы идем с очень хорошим опережением. Посмотрим, как дойдем. Заходим вот там по прямой Линтон Бэй. О, какой-то рек, об который разбиваются волны.
А с правой стороны Isla Grande парус у нас так красиво лежит, потому что мы его убирали downwind. Как это делается, я как-нибудь расскажу. А пока мы движемся прямо. Ага. Да, да. Только если он примет. Сейчас я подъеду. Еще? Перетертый, да? Вообще говно. Ну что, заправляемся? Ну да. Посмотри на серёжку. Ну, сейчас. Браво! Окей. Без меня не уходите. Welcome home. Один на борту. Да. Ну что, дрона флайт? Sure. Ну мы можем когда заходить тогда. Не, ну я подниму его, когда ты уже будешь там. Да, да. Тут угол. Вот, друзья, мы пришвартовались в Linton Bay Marina. Естественно, безалкогольный день, два, три мы сорвали. Пиво закончилось. Пиво закончилось уже как много дней ролик назад. Так вот, мы уже в Linton Bay Marina. А резюме через пару минут. Меня спрашивают, доволен ли я литием. И давайте сейчас посмотрим. Вот мы были больше недели, наверное, дней 10. И там иногда переходили, иногда варили кофе, чуть-чуть там. Ну, в общем, пользовались лодкой в обычном режиме. И давайте посмотрим, сколько у нас батарей осталось сейчас. У нас осталось 33% и 7%. Это с учетом того, что у нас постоянно были пасмурные дни. То есть у нас буквально последних пару дней солнце, а до этого реально проблема. И еще момент. У нас панели показывают не очень много. Сейчас есть солнце, они показывают минус
3 ампера. Да, у нас лодка сейчас потребляет достаточно много, ну, потому что там заряжаются лэптопы, дроны и прочее. Но тем не менее, я считаю, что у нас одна или две панели не работают, нужно проверить connections. Ну вот, наверное, и все. А теперь в бар. Почему он на меня шипит? Так, после того, как мы пришли, мы подключили сразу электричество, воду. Воду заливаем, потому что вода у нас закончилась. Мы израсходовали 2 бака. Это 900 литров воды за 10 дней. То есть по 90 литров в день на 4 человек. То есть это немножко перерасход. Но, тем не менее, мы все делали в комфортном режиме. И нам было... Ну, у нас не было какого-то лимита ни в воде, ничего. То есть каждый мог делать все, что хочет, потому что мы на отдыхе. Хотя, все равно, уже когда живешь на лодке, ты делаешь все осознанно и уже воду там не расходуешь там направо и налево. Но, тем не менее, 90 литров в сутки на 4 человек мы тратили. Ну что, выбрасываем мусор? Да. Тирар-басура? Наверное, это звучит так. И у нас хорошо получилось, всего лишь 2 пакета. 2 пакета. Мы очень экономны. Вообще. А потому что мы продуктовые всякие, мы же только ели, не пили. Да. Если бы вы пили, в 2 раза больше у вас было. И рыба, то есть да, ели в основном рыбу. Слушай, ну согласись, вот после вот таких переходов, когда ты находишься вот в каких-то диких местах, островах, где нет цивилизации, ты потом приезжаешь, и какой-то такой свинячий восторг. Вообще. В ресторан! Готов, блядь. Готов землю целовать, ползать на доке, обнимать его. А потом проходит неделя, и опять такой, куда бы сходить? Короче, всегда вот так вот и происходит. Сколько бы ни шел, первое праздничное пиво, ты просто мчишься ракетой, проходит неделя, и думаешь, ну, уже это место себя исчерпало. Ром-кон-кок. Я думал, ты сок взяла. Сок из рома. Я еще взяла... повторить. Ну что, друзья, нет, почему мы сидим трезвые, как дураки? Будто 2 секс-пака не было, да, прихода. Так, подожди, об этом никто ничего не знает. О, санитайзер кон-кок. Это хорошо сделано. Как хорошо быть. Цивилизация. Там, где... Кстати, я заметил, вот так. Это уже у тебя не первый день, эта дырка уже очень давно. Да. Никто не хотел говорить. А покажи. А плевать. Санблаз. Плевать, мелочи. Ну что, на этом серию мы завершаем. Друзья уже уехали в Нью-Йорк-Сити, и мы остались в Линтон-Бэй. Марина, не забывайте подписываться на канал, проверьте, сейчас, по-моему, у Ютуба появилась такая возможность, что он вам будет выдавать не только рекомендованные вам видео по интересам, а все, которые мы снимаем. Поэтому проверьте, что у вас там находится в колокольчике, пишите комменты и обязательно ставьте лайки. До встречи через несколько дней. Пока! We'll be right back.